Родителям всегда приятно слышать хвалебные слова в адрес своих детей. А когда эти слова звучат из уст начальника своей дочери или сына, приятнее вдвойне. Следственный комитет – структура относительно новая, образована в 2012 году, но уже со своими традициями. Одна из них – это благодарить родителей за то, что воспитали достойных сотрудников правоохранительных органов. Актовый зал средней школы номер 16. Педагогическая планерка прерывается по неожиданному поводу. Завуч по воспитательной работе Галина Прохоренко под аплодисменты коллег поднимается на сцену, чтобы получить благодарственное письмо за воспитание дочери, старшего следователя Мозырского РОСК Анастасии Киптик. Его вручает руководитель отделения Андрей Вашкевич. Отмечаем тот факт, что без вклада родителей на определенном этапе становления невозможно было бы достичь тех результатов, которые показывают наши сотрудники. Родителей переполняют эмоции. На глазах слезы радости. Их дочь Анастасия еще в 7 классе определилась с выбором жизненного пути. Свою профессию искренне любит. Это ее выбор. Мы никогда не настаивали, не отговаривали. Она к этому готовилась целенаправленно с 7 класса. У нее получается, ей нравится. Конечно, когда ребенку хорошо, нам тоже, мы за нее рады. А то событие, которое сегодня произошло, я даже не могу передать словами вот свои чувства. Да, это приятно, это радостно. Я благодарна своим детям, что они у меня такие. Я благодарна руководству Следственного комитета, что ее увидели, что ее отметили. И нас, как родителей, конечно, это приятно. Следующее по плану – поздравление мамы старшего следователя Мозырского РОСК Людмилы Блинец. Зинаида Иосифовна от проникновенных о своей дочери слов расчувствовалась. Людмила у меня в отделении, поэтому мы с ней работаем каждый день непосредственно в взаимодействии. Молодец, она старательна, трудолюбивая, способна на любые задачи. Поэтому вам за дочь тоже спасибо большое. Успехов. Благодарить родителей за достойное воспитание детей – это не просто приятная церемония. Это стимулирование для сотрудников, чтобы они еще лучше работали и стремились к новым вершинам. В этом году Мозырский районный отдел Следственного комитета продолжает начатую традицию вручения по поручению руководства областного управления благодарственных писем родителям сотрудников, занявших высокие позиции в служебной деятельности. Достаточно волнительный момент, и сотрудники это с трепетом переживают, а вдвойне родители. Как ни странно, при напутственных словах в адрес родителей, у родителей всегда на глазах наворачиваются слезы. Это искренне, это правильно, это действительно достойная оценка и достойная реакция на то внимание, которое оказывается со стороны руководства отдела. Также благодарность за воспитание сына получили и родители старшего следователя Мозырского РОСК Андрея Коркуца. Чтобы выполнить почетную миссию, руководство отдела отправилось в Ельский район. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».